Центробанк Израиля предупредил на этой неделе, что ситуация на рынке жилья может выйти из-под контроля, если цены будут и далее идти вверх, а израильтяне будут и далее брать непомерные ипотечные суды, полагаясь на низкий процент сегодня, не задумываясь, каков он будет в будущем. За комментариями я обращаюсь к экономисту, доктору Алексу Коману, преподавателю Академического колледжа Тель-Авив-Яфа. Добрый вечер, Алекс. Добрый вечер, Евгений. Алекс, в чем суть отчета Центробанка и говорит ли это о проблеме на рынке жилья в Израиле? Главный критерий успешной работы Банка Израиля – это сделать так, чтобы местные банки не разорялись. Поэтому Центробанк не так сильно беспокоит ситуацию в экономике. Ему нужно, чтобы коммерческие банки продолжали работать. Последние годы учетная ставка остается на низком уровне. Поэтому средства, которыми распоряжаются банки, были в массовом порядке направлены на рынок недвижимости. Цены на недвижимость сразу выросли. Поэтому увеличились и суммы, которые выдаются в качестве ипотечных суд. В нынешней ситуации, когда Министерство финансов и Министерство строительства пытаются снизить цены на жилье, Центробанк опасается крушения рынка недвижимости, того самого рынка, в который вложили средства коммерческие банки. То есть там боятся, что люди не смогут и дальше выплачивать ипотечные суды, и, соответственно, банки начнут разоряться один за другим. Я думаю, что это преувеличение, и эти опасения пока не подтверждаются. То есть правительство декларирует, что оно хочет снизить цены, а Центробанк, наоборот, не хочет снижать цены. Какой-то абсурд получается. Если смотреть на Банк Израиля как часть правительства, то получается так. Правая рука правительства борется с левой рукой. С одной стороны, министр финансов обещает снизить цены на жилье. С другой стороны, Банк Израиля заинтересован в сохранении высоких цен, потому что он не хочет, чтобы коммерческие банки начали терять деньги. Однако нужно помнить, что наши банки – это мощные, я бы даже сказал, чересчур мощные финансовые институты, которые приносят большую прибыль. Поэтому здесь я не вижу никакой проблемы. А если в Израиле все же произойдет кризис, как прогнозирует Банк Израиля, возможность кризиса, будет ли он похож на кризис американского рынка в 2008 году? Цены на жилье действительно резко пошли вверх, особенно в последние полтора года. Однако частично этот рост вызван паникой, вызванной тем, что Минфин может ввести налог на тех, кто приобретает квартиры для инвестиций. Израильтяне все время опасаются того, что у нас в стране произойдет кризис, подобный обвалу в США в 2007-2008 годах. Но у нас совершенно иная ситуация. Там выдавали ипотечные суды больше 100% стоимости покупаемого жилья. У нас, в самом лучшем случае, вы можете получить 80% от стоимости. Во-вторых, в США, если у тебя, скажем, 5 квартир, и тебе невыгодно сейчас выплачивать ипотечную суду, ты мог спокойно отдать банку одну из квартир. В Израиле банк будет преследовать до самой могилы, добиваясь возврата всего того имущества, на приобретение которого ты занял средства. То есть у нас нет той легкости в общениях банков с клиентами, как в США. И несмотря на то, что вы говорите, израильская экономика, судя по другим отчетам, в хорошем состоянии. То есть цены на жилье отдельно, а состояние экономики отдельно. Частично израильскую экономическую стабильность можно объяснить тем, что наши банки вели менее рискованную политику, нежели банки американские. Выяснилось, что перед недавним американским финансовым кризисом тамошние банки слишком увлеклись игрой на ипотечном рынке, в том, чтобы раздать кредиты как можно большему числу клиентов, перевести обеспечивающие облигации в пенсионные фонды и так далее. Все это привело к тому, что небольшое изменение на рынке недвижимости привело к массовому краху. В Израиле вы не увидите подобные хитро продуманные финансовые инструменты, разрушительную мощь которых, кстати, не поняли многие банки и страховые компании. Поэтому таких мощных потрясений, как в США, у нас произойти не может. Да, рынок недвижимости может остановиться и даже немного опуститься. Но массовой потери жилья у нас не будет. Люди продолжат жить в своих квартирах и выплачивать ипотечные суды. В США подняли учетную ставку, я думаю, у нас произойдет то же самое. У тех, у кого ипотечные суды привязаны к индексу потребительских суд, для них проценты возрастут. Им будет труднее выплачивать кредиты. Для части из них это вообще окажется непосильным грузом. Но, думаю, израильская финансовая система функционирует на более разумных началах, и поэтому она более стабильна, нежели та, что была у США во время кризиса 7 лет назад. Доктор Алекс Хоман, экономист, большое вам спасибо. Спасибо, до свидания.